Копия распоказаний для проведения процедуры. У меня у самой достаточно выраженный сосудистый рисунок. И вот первое, наверное, что я увидела, отметила изменений, это то, что стала значительно менее заметна эта сетка. Века фиксируем. И от носа к уголочку глаза в одном направлении. Это где глаза? Нижнее веко, верхнее веко. Вы не забывайте, пожалуйста, потому что, начиная третью процедуру, будет слишком заметна разница. Кожа здесь и кожа носа. Крылья носа не забывайте тоже, пожалуйста. В одном направлении. Мы проходим обязательно. Где ботокс? Через 2 недели после введения ботулотоксина. Нет, уровень воздействия. Ботокс внутримышечный, это 1-2 мм поверхностно. Но если вы ввели ботулотоксин, 2 недели мы не делаем, чтобы диффузию препарата не менять. Контурная пластика то же самое, они никак не связаны. У нас введено намного глубже, и мы стимулируем совершенно другой просто слой. Не знаю, видно на экране, но уже капельки кровавой росы, даже с одного раза они появились.